Всем привет, девчонки! Вы видите, у меня тут очередная коробочка. И снова я в таком предвкушении. Я помню точно, что я заказала определенные продукты, а именно липосомальные витаминки. Сейчас расскажу о них, что это такое. И очень-очень хочется поделиться с вами. Для меня это всегда праздник. Привет, Маргарита! Праздник для меня открывать коробочки. При том, что я кое-что помню, всегда не помню еще, что я там позаказала. И такие сама себе сюрпризы делаю. Вот, сейчас буду шуршать. А, тут такие красоты есть. Радуюсь, прям мое тело радуется, потому что оно знает, что это для него, чтобы быть здоровым, счастливым, красивым, молодым. Вот, ну, смотрите, с чего мы начнем. Это у меня келп, ну, что под руку попадается. Келп – это водоросли морские, их вообще хорошо, полезно кушать. В водорослях очень много нутриентов есть хороших. И тут, кстати, кроме келпа еще, я смотрю, есть rose hips и ginger. Вот, и это очень хорошая такая очищающая штучка, так как там из водорослей много йода, это хорошо для нашей щитовидной железы. Вот я себя таким буду баловать. Вообще он входит в программу антипаразитарную, помогает вот очищать, сорбировать тело. Вот, но я решила себе и просто так взять, потому что это круто. Я как лесная фея, причем добрая и красивая. Спасибо. Думаю, насколько можно на умнике сидеть, надо же хоть какие-то фильтрики, бабочки. А то, что я слишком заумничала в последнее время. Так, это из тебя и меня вылечим, называется баночка. Это грифония для нервной системы, для того, чтобы естественным путем, без всяких добавок, успокаивать нервную систему. Мне сейчас это очень надо, потому что школа съедает меня целый день. Друзья, я не знаю, как вы с этим справляетесь. Вот скажите, как вы с этим справляетесь? Сейчас, кстати, открыли уже школы, и кто подписался на Traditional, уже ходят в школу. У меня были соображения, по которым я подписалась на виртуальное обучение вообще в принципе. Я сейчас пищу, плачу уже от этого и прошу, переведите нас на обычное традиционное обучение, возьмите ребенка в школу и учите его там. А мне говорят, поздно уже. Ну, может, будут какие-то пересмотрения, и может разрешат нам, потому что это ужас, учить ребенка дома без грифонии невозможно. Но это очень хороший продукт, на самом деле он очень мягко работает. Тут витамины группы В, все мы знаем, что без них никак, особенно если вы вегетарианец, тут группа В12 есть. Вот. И, собственно, сама грифония, травка натуральная, которая помогает нервную систему поддерживать в балансе. H-500, вы знаете, у меня в каждой коробке должна лежать такая баночка, потому что самый мой любимый продукт. Именно благодаря ему я сохраняю свою бодрость, свежесть и молодость. Что у меня есть? У меня есть вот папайя, у меня их целых три. А папайка, она такая вкуснючая, это такие конфетки сладенькие. Вот. Но кроме того, это энзим, и тут папаин, очень-очень крутой энзим для того, чтобы помогать переваривать пищу. И кроме того, оно имеет антипаразитарное действие. У меня сейчас дочка профилактику проходит антипаразитарную. Это такая длительная программа, мы там определенное количество дней травим этих друзей, но это не химичка, это не та химоза, которая убивает наши почки и печень, это очень мягкие травки, которые их просто ослабляют и выводят. Вот. Ну, снова-таки, ничего не видела, что-то выходило, но, знаете, они бывают такие мелкие, что их не видно. Ну, в любом случае, профилактику 2 раза в год надо делать всем, и детям в том числе, детям в первую очередь. И вот папайя, кроме того, что она помогает перевариваться пищей, помогает легко выводить это все, она помогает еще этим паразитам, она их как бы отцепляет, да, и они, ну, в смысле, ослабляет, и они отцепляются, да, то есть, чтобы они же цепляются там, да, чтобы они пошли мягенько. Вот для этого очень хорошо папайка. Я говорю, она очень вкусная, ее 2 штучки после еды нужно разжевать, просто как конфетки. И забивать не надо. И вот смотрите, я даже сама не знала, что заказала на радостях 2 лецитина, потому что я его стала есть побольше. Я вот делала эфир с моей роскошной наставницей Маргаритой, которая за 1,5 года, меньше чем за 1,5 года, смогла исцелить смертельный диагноз. Раньше с таким не лечили, раньше выписывали домой умирать, цирроз печени.
И вот она призналась на интервью, что кушала этот лецитин ни по штучке, ни по две. Так, знаете, жменьками, жменьками. Это очень крутая штука, которая защищает клетки печени, очищает ее, делает текучую желчь. И этих, кстати, желчных всяких паразитов печеночных с этой текучей желчью выводит. Вот. Ну и кроме того, это, конечно, миелиновая оболочка наших нервных волокон, значит, память, концентрация, зрение. И это мембрана каждой клетки, это та, что защищает клетку, это что помогает ей, что надо брать, что не надо не брать. Вот, дальше. Большая коробочка в этот раз. Так, я заказала себе еще одну бутылочку. Прям почувствовала, что хочу. Я несколько заказов думала, брать, не брать, и потом подумала, сколько можно на себе экономить. И решила взять такую бутылочку. На этот раз я взяла Warm Charcoal, вот такую. Она в жизни чуть потемнее, чем на видео. Сейчас из-за фильтрика она посветлее выглядит. А так она почти черная, но такой Warm Charcoal, такой черно-коричневый цвет очень. Или графит вот такой, знаете. И мне нравится еще тут логотип, вот так расположен дизайн. Ну, сам дизайн бутылки такой же. Вот такая резиновая прокладочка. Фиксируется крышка, чтобы она вам по носу не била, когда вы пьете. И это очень классный пластик. Он термостойкий, можно туда горячую водичку. Мы такую тепло-горячую пьем. И кроме того, этот пластик не содержит вот этих вредных токсичных добавок, из-за которых мы травимся. То есть это очень качественный пластик. Вот, и тут в середине еще такая вдохновлялочка Be the Change. Класс, классная бутылочка. Так. Так, что у меня еще есть? У меня есть вагон альфальфы. Вот, во-первых, потому что я ее ем вагонами. Так как я вегетарианка, я налегаю на эту всю полезную зеленку, я не рассказываю. Это спирулина, хлорелла и альфальфа. Тут очень много полезных микро- и макронутриентов, это и витамины, и минералы, это аминокислоты, белки, и это разные там, это даже клетчатка. Ой, я о альфальфе очень много уже говорила. У меня есть, если проскролите, есть видео об альфальфе и текстовое, и тексты тоже об альфальфе. А у нас еще и акция «Возьми 4, 5 бесплатно», но тоже откажется от бесплатной банки альфальфы. Тем более, что мне она нужна в больших количествах, поэтому 5 альфальф, еще одна папайка, MSM, это сера. Я вообще теперь не представляю своей жизни без серы. Это наши и зубы здоровые, и ногти. Это противогрибковая программа. Любые шелушения, псориаз, перхоть, сиборея, прыщички, вот эти, знаете, такие гнойнички, это все кукочки какие-нибудь. И, в общем, MSM, антипаразитарную программу, ее просто для профилактики, как еду, так как сера входит в продукты питания, ее с едой просто можно принимать, чтобы поддержать. Кстати, сера, десульфидные мостики, она участвует в построении белка и чего-то там еще. Сейчас не буду умничать, сделаю отдельный ресерч про серу и отдельно про нее сниму целый лайв. Ставьте сердечки и плюсики в комментариях, если хотите такой лайв о серии. Еще одна папайка. У нас не было просто, знаете, вот это вот Советский Союз сработал, когда чего-то нет долго на сайте, а у нас просто разбирают моментом все. Моментум, потому что продукты все работают. Вот. И когда чего-то нет, он появляется, ты же начинаешь сразу грести, а вдруг потом снова не будет. А папайя — это очень важный элемент детской антипаразитарной программы. И взрослые, кстати, тоже. Вот, еще одна баночка MSM, потому что серые мы на антипаразитарке побольше пьем. И деткам, кстати, тоже можно. Я тоже дочке своей шестилеточки даю серу. И в этот раз я заказала, вот ждала с нетерпением. Вот это я точно помнила, потому что первый раз я заказала липосомальные витамины. А сейчас расскажу в двух словах, почему липосомальные витамины. Они, ну, чуть-чуть как бы дороже, чем обычные. И я так, знаете, не спешила брать, не брать. А потом до меня дошло.
что вот эта баночка липосомальных витаминов равна, ну, минимум 10 баночек обычных витаминов, а может быть и 100. Потому что обычные витамины, во-первых, непонятно там, в какой они форме, как они усваиваются, они не доходят до пункта назначения, они разрушаются в процессе пищеварения. Мы этот выпиваем витаминчик, мы его там переваривали, он там разрушился, что-то там по дороге кто-то съел, и в общем оно не доходит до клетки, а наша же задача, чтобы витаминчик попал по назначению, да. И вот липосомальная формула, это, знаете, когда вот это действующее вещество, оно заключено в крохотные вот эти вот липосомальные, липосомку, да, такую вот, как в оболочку, такую жирненькую, вот как из лецитина, да, вот этот лецитин, вот это такое маслечко полезное для наших, для нашего тела. И вот, представляете, действующее вещество, это очень сложная технология, оно как заворачивается вот в такие микро, вот эти капсулки масляные, и благодаря этому витамин, во-первых, ну это если витамин С, он не раздражает слизистую желудка, кишечника, он не вредит вашему телу, и в то же время он в полном, 100%, только задумайтесь, 100% доходит до пункта назначения, до вашей клетки. Вот, и я взяла все три вида витаминов, у нас компания сейчас на данный момент предоставляет три вида липосомальных витаминов. Правда, сейчас еще липосомальная формула выпущена метаболического продукта. Это липостик Fit. Этот липостик, он очень круто разгоняет метаболизм и помогает снижать вес. Но до Америки этот продукт еще не довезли. Вот. А в Америке есть вот липосомальные витаминчики. И у нас в наличии есть липосомальный куркумин. Ну, вы знаете все куркуму, в Индии без нее не готовят вообще ничего, потому что это очень тоже мощное антипаразитарное, иммуномодулирующее средство, оно тоже очищает печень, защищает. В общем, про куркумин тоже отдельно сниму целый лайф. Тоже ставьте 2 плюсика, если интересно. Я подготовлюсь и уже там вам красиво с расстановочкой расскажу и про липосомку, и про куркумин. А дальше витамин D3. Я слушала врача, нет, не имеет отношения к этой компании. Он говорил о том, что витамин D3, даже если мы будем там загорать на солнце, мы не получим в нужном объеме, мы скорее себе заработаем какие-то неприятности с солнцем, а витамин D3 катастрофически не хватает. И вот тоже липосомальная формула самая-самая лучшая. Я вам скажу, что моя подруга, она сама экспериментировала, у нее муж заболел. Она говорит, я ему быстренько сделала горячую кружку, витамин D3 липосомальный, и ему за 2 часа полегчало. Он за 2 часа, то есть, знаете, из гриппозного такого состояния вернулся к жизни. Вот. И я вот тоже взяла эти для себя, и для дочки, и для мужа. И липосомальный витамин С, то есть 3 липосомальных у нас витамина, куркумин, ну куркумин это не совсем витамин, но в общем вещество полезное, и витаминчик С, и витамин D3, вот витаминчик С липосомальненький, вот будем пить, это очень мощная поддержка иммунитета для восстановления, особенно вот когда мы делаем антипаразитарную программу, профилактическую, не профилактическую, но она рассчитана так, особенно детская, чтобы, я сказала, мы травим, а потом мы восстанавливаем обязательно, то есть мы и флору восстанавливаем, витаминчики, то есть вот так очень-очень надо поддержать свой организм, вот, несмотря на то, что это очень натуральные средства, но все же о себе надо потом позаботиться. И вот эти липосомальные витаминчики как раз то, что надо. И сейчас у меня еще тут 2 коробочки вкусняшек. Заказала себе еще Blueberry Bar. Я одну коробочку выиграла на проекте Detox 90 Aloha Здоровье. Я участвую снова в детокс-программе. Думаю, тоже заметно, очень классно. Сразу и кожа очищается, вообще ощущение такой легкости появляется, очень приятное. Знаете, на это ощущение легко подсесть. Хочется все время делать детокс, чтобы все время очищать это состояние. Вот, в общем, выиграла я целую коробку Blueberry, потому что в одну неделю у меня были самые лучшие результаты по снижению веса. Но мы ее уже быстренько доели, у меня дочка их обожает, уплетает за обе щеки. Вот, нет сахара, что приятно.
есть все полезности. Вот это хороший перекус. И смотрите, что я взяла еще попробовать. Чока спирулина бар. То есть это спирулина бар. Снова таки спирулинка наша полезная. И с шоколадом. Вот мне одна девочка, моя знакомая, подруга, сказала, что это очень обалденно вкусные батончики. А я их даже не замечала на сайте. Представляете? Вот заказала. Будем пробовать. Ну все, я опустошила свою коробочку. Надеюсь, что вам понравился такой обзор, распаковочка. Боже, я, как всегда, этими сокровищами тут сейчас буду наслаждаться, рассматривать с бутылочкой новенькой. Она такая классная, класснючая, мое золото. Вот, так что... Такая у меня сегодня распаковочка. Если вам понравилось, дайте мне знать. И если вы уже готовы из зрителя перейти к активному пользователю этих прекрасных продуктов, тоже напишите, пожалуйста. Я так хочу помочь вам вернуть вашу молодость, энергию, здоровое такое сияющее состояние. Это все просто. Наше тело... Оно, с одной стороны, очень-очень сложное, там такие процессы, если задумаетесь, если на секундочку задумаетесь, как вот это все происходит, вся эта биохимия, как там, ну, это потрясающие процессы тела, они очень-очень сложные, и в то же время они очень простые, если не переживать за тонкие моменты, вот есть такие базовые, я это называю кнопки включить-выключить. Вот, например, вам не обязательно знать тонкости физики, тонкости добывания электроэнергии, как это электроэнергия по проводам, по каким законам физики и этой вселенной попадает к нам в дом, и в лампочку, строение лампочки, нам не надо знать. Нам не надо знать строение лампочки, происхождение электричества, нам нужно знать что? Где включать свет, то есть выключатель, включить-выключить. Вот с нашим телом то же самое, оно очень сложное. И до конца изучите, вот сейчас изучаю, это просто бездонное море знаний, которое я с удовольствием и кайфом сейчас осваиваю. Но по сути нам надо знать очень, очень мало простых таких вещей, вот этих кнопочек включить-выключить. И вот здесь сейчас для меня открылся вот этот новый мир вот этих кнопочек, когда я знаю, как себе помочь. Да, в идеале, в каком-то идеальном мире нам достаточно праны, дыхательными практиками напитать себе энергией, наше тело само чистое и прекрасное будет генерировать нужные вещества, все витамины, аминокислоты, даже сами незаменимые есть версия, что наше тело может производить в идеальном мире, друзья. А теперь давайте вернемся в реальный мир. Токсины извне, токсины изнутри, паразиты, вредная еда, 80% переработанной термические и химические и пестицидами еды, стрессы постоянные, ежедневные и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В результате что? Наше тело говорит СОС. Головные боли, одышка, лишний вес, боли в печени. Кстати, печень не болит. Болит это не печень, просто она когда увеличивается, она давит там на желчь, в общем, на что-то она там давит, и она начинает болеть. Разные боли, разные недомогания, то суставы хрустят, то еще что-нибудь. Вот, у нас не идеальный мир, друзья, поэтому себе надо помогать, телу обязательно нужно помогать. И у меня в руках инструмент, которому я доверяю 100%. Это компания, ну, водой, которой вот этими кралами США я пользуюсь уже много лет, ну, меньше года, как начала пробовать именно их БАДовую коллекцию. Раньше я была очень негативно очень негативно относилась к БАДам вообще, в принципе, я считала, что это все какая-то дурь, но потом мои мозги начали постепенно приходить к тому, что такие не дурь, такие в продуктах питания не хватает нужных нутриентов, и нужно качественные добавки. В супермаркете брать не выход, да, это супермаркет, но там совершенно не дают гарантии вам, и нет системы, у нас есть система, и у нас есть абсолютная гарантия качества, потому что компания за этим следит в первую очередь, потому что результаты наши, вот нас, людей, которые пользуются этим продуктом, это визитная карточка. Компания уже 20 лет. И если
продукты не будут качественными, если мы не будем получать результаты, соответственно, компания не будет развиваться, а задача компании развиваться. Поэтому качество тут стоит на самом-самом первом месте. Вот. И я спокойна. Я просто знаю, что если я беру здесь, значит, я могу быть абсолютно спокойна в том, что это принесет пользу моему телу и моей семье. И поэтому я даю это даже своей маленькой дочке, и у меня и старшие детки, ну, насколько они способны, тоже они принимают эти продукты. Вот, все. Друзья, люблю вас, обнимаю, очень-очень хочу помочь вам вернуть сияние вашего тела, ваше прекрасное настроение, так что пишите мне, и я помогу вам составить самую комфортную, самую приятную детокс-программу, программу качественного клеточного питания. Я уже в этом эксперт. До встречи!